Друзья, здравствуйте. Баку, 5 июля, утро. Вчера вечером нас тут тряхнуло. Поздно вечером муж в этот момент был в душе. Я уже легла в кровать, дети спали. И неожиданно появилось ощущение такой качки. Знаете, когда в лодке, например, лежишь на воде, и вдруг сильный ветер, и тебя из стороны в сторону так шатает. Ой, я на своей жизни еще не испытывала, не переживала землетрясений. Ощущение это было мне поначалу незнакомо, поэтому первое мгновение я даже не поняла. Длилось это, может быть, минуту, вообще недолго. Я вскочила с кровати, слушала свои ощущения, пытаясь понять, что это такое. Ну, казалось, что, может быть, голова кружится от жары или что-то в этом роде, потому что душно было. Но потом, конечно, поняла. В общем, было страшно и непонятно, что делать. С одной стороны, думала, что надо выбегать на улицу, но у нас высокий этаж, и страшно, думаешь, пока ты бежишь по лестнице, и тем более в лифт страшно заходить, то может тут случиться, и дети не проснулись, муж души тоже не заметил, а я вот очень четко это ощутила, очень сильная качка такая, качка в кавычках. Потом было всю ночь очень тревожно спать. Вообще не могла уснуть, все время просыпалась, все время прислушивалась. Было, в общем, очень страшно, особенно после землетрясения в Турции. Очень многие люди выбежали на улицу и домой не заходили, было всю ночь очень шумно. Но сейчас, вот видите, все у нас вроде бы спокойненько, хотя, конечно, тоже. Не очень-то много людей на улице, может быть, за город поуезжали, но в целом сейчас все спокойно довольно. Такие мы тоже успокоились. Надеюсь, что вчерашними толчками все ограничится. Всем до свидания.